Мир Божий вам, братья і сестри. Peace be with you, brothers and sisters. Давайте успокоїмося. Let's all settle in. Займайте свої місця. Take your places. Ми будемо починати наше служення. And we will start our service. Я вас всіх привітаю. I invite all of you. І всіх гостей, хто посетив наш служення. All the guests that have entered into our service. Перед тим, як ми почнемо наше служення. Before we start. Я прочитаю кілька стихов. I want to read a few verses. Щоб настроїти наші серця. To place our hearts on the Jesus. 117 Псалом 28-29. Psalm 118:28-29. Ти Бог мой. Буду славити тебя. Ти Бог мой. Буду превозносити тебя. Славьте Господа, ибо он благ. Ибо вовек милость Его. You are my God, and I will praise you. You are my God, and I will exalt you. Oh, give thanks to the Lord, for He is good, for His mercies endure forever. И 67-31 стихи. Я буду славить имя Бога моего в песне, буду превозносить Его славословие. And Psalm 68:30. 31. One second. I will praise the name of the God with the song, and I will magnify him with thanksgiving. David говорит, ты Бог мой. David says, you are my God. Он два раза сказал. He claimed that twice. Ты Бог мой. That you are my God. Это твой и мой Бог. He is your and my God. Которого мы сейчас будем превозносить. The one that we will exalt now. Слово превозносить. The word exalt. Славить и славословить. Praise and glorify. Означает благодарить. Means to give thanksgiving. Возвышать. To exalt. Петь хвалебное пение. To sing songs of praise. И хор поющий. Песни благодарения. And to sing praise with the choir of thanksgiving. Я вам сразу хочу сказать, ничто не так быстро не соединяет нас с Богом. Nothing connects us quickly with God. Как тогда, когда мы начинаем благодарить Его. Like we start praising Him at the moment when we do. Именно благодарность от сердца. Thanksgiving from the heart. Оно помогает открывать сердце. It aids us to open up our hearts. И соединяться с Богом. And to connect with Him. Независимо, что происходит вокруг нас. It does not matter what happens around us. Давид говорит, ты Бог мой. David says, you are my God. Бог на всяком месте, Он везде. God everywhere, omnipotent. Библия говорит, что даже через рассматривание творения можно видеть и знать Бога. When you look at the creation, you can see and know who God is. Поэтому, когда мы благодарим Его, therefore, when we praise Him, превозносим имя Его, when we exalt His name, поем Ему благодарственные песни, when we sing songs of thanksgiving, сердце становится мягким, our heart softens, и ты не замечаешь, как ты соединяйся с Ним. And you connect with Him. И Давид говорит такие слова в 33-м псалме, 6-м стихом. And David says such words in Psalms 30:6. Кто обращал к Нему взор, those who looked onto Him, сияет от радости лица их. Сияет от радости. Their faces shine. Лица их не покрывает стыд. Не покрывает. And their faces are not covered in shame. Другой перевод говорит так. Сияют лица тех... Говори. And another translation says that their faces shine. Кто смотрит на Него. Those who look up unto Him.
этих лиц не покроет позор. And their faces shall not be covered in shame. Через благодарение. Through thanksgiving. Мы можем взирать на него. We can look up unto him. Потому что мы начинаем благодарить сердцем своим. Because we start praising with our hearts. Сердце имеет способность видеть. Our hearts have the ability to see. Переживать и ощущать. To experience. И наши слова. And our words. Они будут искренны. And they're going to be sincere. Дорогие мои. My beloved. Давайте на мгновение. Let's take this moment. У нас мало отпущено время, чтобы мы могли вместе благодарить Его. We have very little time together to worship Him. Но это время, которое мы имеем сейчас. But this is the time that we have right now. Давайте это сделаем от души. Let's do this wholeheartedly. Будем имя Его превозносить. Let's exalt His name. Ты Бог мой. You are our God. Иисус сказал ученикам своим. Jesus said to his disciples. Когда они просили, научи нас молиться, как ты молишься, как Иоанн научил молиться. When they've asked, teach us how you pray. И он сказал, молитесь так. And he said, pray such. Отче наш, сущий на небесах. Father who are in heaven. Да святится имя твое. Hallowed be thy name. И перед концом, когда он должен был восхититься. And when he was supposed to be resurrected. Он сказал, иду к Богу моему. He said, I'm going to my God и к Богу вашему, and your God, к Отцу моему, to my Father и Отцу вашему, and your Father. Это твой Бог, He is your God, на который ты уповаешь, the one that который, you look onto, который любит тебя, the one that loves you, заботится о тебе, takes care of you. И он достоин благодарности. And he is worthy of all thanksgiving. Он достоин хвалы. He is worthy of praise. Это не ему нужно. He does not need it. Это нам с вами. You and I need it. Потому что когда мы благодарим и хвалим Его, when we praise Him and give Him thanksgiving, что-то происходит с нашим сердцем. Something happens within our hearts. И мы больше и больше and more and more, позволяем Ему we allow Him совершать свою работу в нашей жизни. To do His work in our lives. Слава Ему. Praise Давайте be встанем. To Him. Please stand up. Отец Небесный, Heavenly Father, мы благодарим Тебя, we thank you, что через Сына Твоего Иисуса Христа that through your Son, Jesus Christ, Ты открылся нам. You have opened up to us, Бог – любовь. Your love, Jesus. Через Него мы примирились с Тобой. That through Him we were reconciled to you. И некогда не народ, а теперь народ Твой. Once we were not a nation, but now we are. Некогда не сыновья и дочеря, Once not being а теперь your children, мы сыновья и дочери Твои. But now being claimed as your и Ты Отец наш. Children, Jesus. Ты Бог наш. You are our God. И мы можем Тобой восторгаться. And we can just glorify you. Хвалиться. We can praise you. И радоваться. Господь. That Jesus. Мы отдаем Тебе всю славу. That we give you all the glory. И мы превозносим Тебя. We exalt you. Один Ты достоин. Only you are worthy. Чести, хвалы и поклонения. Honor, thanksgiving and praise. И благодарность из нашего сердца. And the thanksgiving from our hearts. Тебе слава. To you be the glory. Честь. Honor. Во веки веков. In the name of Jesus. Аминь. Amen. Воздайте Ему славу. Give God thanks. Ты мой Бог.
good to us, Lord. You're so good to us, Lord. Let's just lift up our hands. Let's give God the highest praise. Open up your heart right now and say, God, you deserve the highest praise. Господь, ты достоин всей славы. Just open up your heart right now in this next few minutes. Открите свои сердца. Say, Jesus, you deserve the highest praise. И скажите, Господь, ты достоин всей славы. The highest praise. Все выше славы. The highest praise. Выше славы. I glorify your name, Jesus. Мы возносим твое имя, Господь. You are worthy, Jesus. Ты достоин. You're so worthy, Jesus. Ты достоин. Lord, we want to honor your name. We want to honor your name, Jesus. Мы хотим прославить твое имя, Господь. We want to honor your name, Jesus. Мы хотим возвысить твое имя, Господь. You deserve the highest praise. Мы даем тебе, Господь, славу, всю Lord, you славу. Deserve the highest praise. Высшую славу, Господь. Father, and we thank you so much. Мы славим тебя, Господь. Thank you so much for our lives. Мы тебя славим за нашу жизнь. Jesus, you be praised. Мы тебя возносим славу, Господь. There's something in praise. When we start to praise God, когда мы прославляем Бога, things in our life, вещи в нашей жизни, they just start to almost mellow out. Они просто исчезают. So what happens when we have things going on in our lives? Когда у нас что-то происходит в жизни, and we have God in amongst our lives, и у нас Бог в нашей жизни, everything's at the same level. Все на одном и том же уровне. And everything's kind of mingled in just a big mess. И все большой хаос. But when we start to give God the praise, но когда мы Богу воздаем славу, God starts to rise up above these problems. И Бог поднимается выше наших and проблем. And he gets higher and higher. Выше и выше. I had this vision one time when we were praying with our youth leaders meeting. И у меня было одно видение, когда мы молились с нашей группой. Just a revelation of praise. And this past month and a half, it kind of just really changed me. И это видение, оно поменяло меня. While we were praying, I just had this vision. We're all just kind of sitting here on a level plane, all of us. И я увидел то, что мы все сидим здесь на одном уровне. And we're worshiping God. И мы просто славим Бога. And he's amongst our, he's on the same level as us. И он на том же самом уровне, как и мы. But as soon as we decided to praise God, но как мы решили прославить его, he was on this column, and every single bit of praise, this column started to rise up. Он был на такой, как вершине. Он каждый раз, когда мы провозглашали его имя, он поднимался выше и выше. Can you imagine just like a column and someone like a statue standing on the column, just standing there? Он был на как на статуэтке, и он поднимался выше и выше. And every single praise just kind of brought him higher and higher and higher. И каждое слово хвалы и поклонения поднимало выше и выше. We look down and we're up there with him. И когда мы поднялись выше и выше, мы были на вершине с ним. Those problems on at surface level, they look so big. И те проблемы, которые мы думали, что они были большие. When you start to praise God, you start looking from God's point of view. И когда мы начинаем славить Бога, мы начинаем смотреться. And these problems get smaller and smaller and smaller. Смотреть на них с Божьего вида зрения. If any of you guys been on top of a high building or even a plane? Когда вы не были на высоком здании? You look down maybe from a plane and you see on the surface level these houses, they might be these huge, massive things. И те дома, которые являются большими. But you look from a plane and they look like this little speck. Но когда вы смотрите на них с высоты, они вообще очень маленькие, мизерные. And that's the same thing what happens when we start to praise God. И то же самое случается, когда мы начинаем прославлять Бога. We live God on such a level. Когда мы приводим его на высокий уровень. These problems in our lives. Проблемы в нашей жизни. Any worries or struggles or whatever it is. И те проблемы, которые мы проходим. They become so small. Они являются такими маленькими. And we start to put our trust towards God and say, God, we give you the praise. И мы нашу веру вкладываем в Бога, говорим, Господь, мы даем тебе нашу веру. They're so small, they're so miniature. И все остальное, оно не имеет никакого значения. It just doesn't even become relevant in our lives. You know, it's so powerful when we start praising God. We lift God to that level. Хвала это сильная. Когда мы начинаем хвалить Бога, мы возвышаем Бога. We lift God to that trust. Мы возвышаем Бога на высший уровень. And we say, Jesus, we praise your name. И мы говорим, Господь, мы тебя прославляем. Say, Jesus, we trust your name. Мы доверяем тебе. In this time of offering, when we give, в это время, когда мы будем жертвовать,
We say, Jesus, we trust you with this, and we're just making this one of those practical steps in our lives. І ми говоримо, Господь, ми довіряємо тебе з цим, і ми практикуємо це в нашій житті. And say, Jesus, we trust you with this. І ми говоримо, Господь, ми довіряємо тебе цим. And then we just start praising God's name. І ми починаємо провозглашати його ім'я. So whatever it is in your life, start praising God's name. Що б не було в вашій житті, починайте славити ім'я Бога. Even if it's forced, start praising God's name. Даже если вы не чувствуете хвалы, начинайте хвалить его, прославлять. We're in control of our own emotions. Ми контролюємо наші емоції. We're in control of our bodies, nobody else. Ми контролюємо наші дії, ніхто другий. Don't give room for the devil to control your mind. Не давайте місце дьяволу. Or your thoughts. Щоб він контролював вас. Or anything else that comes on your life, you have the power and authority. У вас є авторитет, у вас є сила. And let's just command in our lives just to start praising God. Lift up your hands right now. Поднимите руки. Say Jesus. Say those words, Jesus, we praise you, in Russian or English, whatever it is. І говорите, Господь, ми вас прославляємо. Jesus. Ми вас превозносимо, Lord, we praise your name. Слава тебе, Господь. Lord, praise your name. Be blessed, Lord. Be blessed, Jesus. Будь благословен, Господь. Будь благословен, Господь. Jesus, be blessed, Lord. Будь благословен, Father, we love you, Jesus. We love you, Jesus, Lord. And we say glory to your name. І ми говоримо слава твоєму імені. We're just gonna sing this chorus again. Просто ми будемо петь цю пісню ще. Lord, we just give you the highest praise. Ми воздаємо тобі. We give you the highest praise. Ми воздаємо тобі славу. Everything that's inside, just start stirring it up. Все те, що внутрі, починайте. Stir it up, Lord. Father, we thank you, Jesus. Починайте хвалити Бога. We give you the highest praise. Ми даємо тобі саму вищу славу. We give you the highest praise, Jesus. Вищу славу, Господь. Lord, we say glory to your name. Господь, ми провозглашаємо твоє ім'я. We love you, Jesus. You're so beautiful. Ти прекрасен, Господь. Lord, you're above all else, Lord. You're above all else, Lord. Ти вище всього, вище всяких проблем. You're above all problems. You're above вище всяких all worries. Проблем, всяких. Jesus, you are wonderful. Come on. You the highest praise. To give you the highest praise. There isn't a word that we can sing that could lift you higher. We can only do our best to magnify you, Father, to catch a glimpse of how great you are. We place all of our trust into you. Every worry, every care in our lives, Lord, we just put under the submission of the name of Jesus. And today, Lord, this church wants to say that you are magnified, you are glorified, you are praised. If we do one thing today, we want to say that you are praised, that you are glorified, that you are magnified, Father,
and that you take the highest place in our life. We thank you, Father, in your name. And everybody said, amen. Would you just lift up a shout to God? Would you just lift up a shout of praise in this room? We praise you, Lord. We praise you, Lord. Come on, keep it going. He's worthy. He's worthy. He's worthy. You're worthy, Jesus. Hallelujah, Господь, слава. Hallelujah. Hallelujah. Слава тебе, Господь, слава тебе. Вы знаете, друзья, я когда узнал, что мне придется проводить служение, молодежь будет вести прославление, Анатолий будет приводить.